Всем привет, с вами вновь Павел Багрянцев, и в этом видео я вам расскажу, как можно завязывать вязаный или тонкий галстук. Собственно, на мне сейчас галстук и тонкий, и вязаный. Итак, давайте начнем, и я бы хотел сказать, что вязаный галстук — это всегда очень стильно, модно и подходит для того, чтобы одевать его практически каждый день. Очень удобно с каким-то текстильным пиджаком, кардиганом, свитером или жилеткой, ну а можно просто с рубашкой. Итак, приступим. Завязывать мы будем сейчас простой узел, кто-то называет его малый узел, кто-то называет косой. Итак, я беру свой вязаный галстук, как всегда одеваем. Итак, по традиции у нас с правой стороны это узкая часть галстука, а с левой стороны это широкая часть галстука. И, конечно, здесь, как всегда, оставляем справа, мы оставляем длину поменьше, а слева мы оставляем самую длинную часть. Прижимаем к себе узкую часть галстука и на нее накладываем широкую часть галстука. Сейчас наша задача сделать полный оборот вокруг тонкой части галстука. Итак, делаем полный оборот. Так, оборачиваю сюда. Потом еще раз делаю оборот. То есть я как бы полностью его обернул. Вернулся, можно сказать, в то место, с которого начинал. Сейчас широкую часть галстука я изнутри наружу продеваю вот сюда. Итак, вот, надеюсь, вам видно. Изнутри наружу мы продеваем. И теперь мы должны широкую часть просунуть вот в эту петлю, которая у нас здесь получилась. Итак, просовываем в эту петлю. С вязаным галстуком немножко сложнее, чем с обычным, потому что, ну, материал очень мягкий. И теперь начинаем затягивать. Вот что у нас получилось. Собственно, это обычный малый узел. Я его иногда называю немножко косой узел. Ну, не немножко, а косой так и называю. И вот он у нас получился следующим образом, как вы видите. Теперь опускаем воротник. Давайте посмотрим, как у нас это получится, как это будет внешне смотреться. Может быть, из-за того, что галстук черный, вам не очень хорошо видно. Значит, какие могут быть нюансы у этого узла? Во-первых, узел может образовывать здесь складки, потому что материал очень мягкий, вам достаточно его просто перед зеркалом немного подровнять, и тогда он будет ровным. Второй нюанс – это то, что с обратной стороны галстука иногда нету места для того, чтобы туда продеть тонкую часть, чтобы она оттуда не выглядывала, то есть не болталась. В таком случае вы можете либо спрятать в рубашку, я лично так не делаю. Второй вариант, как ношу я, когда я одеваю какой-то пиджак или кардиган, то они прижимают галстук, и, собственно, вот эта часть, она не вылезает наружу, то есть он просто прижимается, и его можно нормально носить. Тут уже смотрите сами на ваш выбор. Итак, я думаю, что на этом все. И еще хотелось бы заметить, когда вы завязываете тонкий галстук, старайтесь не делать сложные узлы, потому что вот у меня вязаный галстук, он еще и плотный. Если у вас плотный галстук, то у вас здесь будет такая бомбочка, да, большая. Если вы что-то навяжете, из-за плотности здесь будет большая бомбочка, а здесь галстук будет достаточно узким. Это будет смотреться некрасиво и неэстетично. Итак, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и оставляйте ваши комментарии. С вами был Павел Багрянцев.